Вопрос 465. Мне до сих пор непонятно, обитает ли бес на земле среди нас, людей? Г. Написано в Писании, что дьявол связан и запечатан. Но как же он может присутствовать за богослужением, толкать людей на грех, что мы знаем из житей святых? И тем более совсем непонятно, как он может быть отпущенным на малое время перед концом света? Отвечает Игнатий Лапкин. Слово «связан» не означает «уничтожен», но лишен силы. Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьяволу. Матфея 12.29. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Домом сильного назван этот мир и преисподняя. Вещами названы люди, души людей. Если сатана не связан, как учат сектанты и еретики, тогда Христос никого и не спас на земле. Ни на земле, ни в преисподне. А такая мысль будет кощунственной. 1 Иоанна 3.8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. О том, что связанные падшие ангелы, бесы, демоны, есть неоднократное свидетельство Слова Божия. Послание Иуды 1.6. И ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд великого дня. 2 Петра 2.4. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Откровение 20 глава с 1 по 3 стих. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколь не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Здесь ангелом назван Христос. Тысячелет – время евангельской проповеди. Малое время – 3,5 года при Антихристе. Печать – крестная сила Голгофского креста. Иоанна 16, глава 11 стих. О суде же, что князь мира сего осужден. Сегодня дьявол и бесы связаны и побеждаются постом и молитвой. Избави нас от лукавого. Дьявол подобен рыкающему льву на длинной цепи и имеет власть над теми, кто приближается к нему сам добровольно. 1 Петра 5.8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Христос дал силу на борьбу и победу над темными духами зла. Марка 16.17. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Ныне ему дается определенная сфера на земле и воздухе с весьма ограниченными правами. Ефесянам 2.2. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Присутствие дьявола на богослужениях видно из жития Антония Великого и Макария Александрийского, 17-19 января.